Эпидемия гриппа в Северной Осетии идет на спад. На территории Владикавказа эпидпорог уже соответствует норме. В районах он пока превышен на 25%. Об этом сегодня главе республики Таймуразу Мамсурову доложил министр здравоохранения Владимир Селиванов. По его словам, сейчас в больницах остается порядка 150 инфицированных с пневмонией. Из них четверо в реанимации. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. В КБСП одна больная на аппарате. Вот она у нас в тяжелом состоянии. Естественно, никакой фамилии называть не буду. Ну, все, что необходимо для нее есть, и все, максимально все, что можем, делаем для этой пациентки в однозначном порядке и будем делать дальше с тем, чтобы она все-таки нас выжила и вылечилась. Всего за 4 недели всплеска заболеваний врачи вывели порядка 8 тысяч инфицированных. В Минздраве особо подчеркивают, слухи о чуме и других смертельных заболеваниях абсурдны. Анализы всех 13 погибших проверяли сначала в республике, затем в Федеральном Роспотребнадзоре. Из них у троих подтвержден штамм H1N1, так называемый свиной грипп, у всех остальных – пневмонии. В свете нарастающей паники Таймураз Мамсуров поручил главе Минздрава активнее вести информационно-разъяснительную работу. Надо объяснить людям, что первый борец за свое здоровье – это сам человек. Что касается медицины, сделайте из этого тоже какие-то выводы. Посмотрите, как себя вели врачи, особенно главврачи. Вот, насколько они смогли сконцентрироваться вокруг этой проблемы. И для себя сделайте выводы. После продолжительного карантина накануне в Северной Осетии заработали учебные заведения, но родители по-прежнему не рискуют отпускать детей в школы. Порядка 10% учеников в числе отсутствующих. Владимир Селиванов сообщил, что карантинные мероприятия в республике не будут прекращены до тех пор, пока эпидпорог не снизится до нормы. Яна Гайгиева, Цамас Кочиев, Осетия ТВ.